рад, что именно здесь состоится юбилейный наш 20-й фестиваль. Я здесь был на гастролях в Челябинске, в Магнитогорске, первый раз. Программа фестиваля приняла участие более 7, за эти годы, 7 тысяч профессионалов, 270 спектаклей было показано из 100 городов, зрителями стали более 100 тысяч человек. В лаборатории с 2011 года участвовало 72 города, было сделано более 220 эскизов. Аплодисменты. Это очень непростая работа. Я благодарю, имея такую возможность, всю команду театра «Нанси», Веру Ношеву. За эти годы мы очень много-много чего, как мне кажется, достигли. Вторая вещь, которую я хотел бы отметить, это вот эта статуэтка великолепная. Она сделана у нас в Кослях. Это Кослин, знаете, бренд России, который когда-то был представлен на Парижской выставке, вы помните, знаменитая чугунная Россия, да, которая не продается. Поэтому еще раз, наверное, хочется сказать спасибо всем, кому, благодаря кому стало возможным сегодня нам здесь встретиться. Ну и, конечно же, хочу поздравить всех нас с таким великолепным событием. Эта программа, программа этого года, юбилейного года, она просто отражает все проблемы сезона, и те победы сезона, и те темы сезона, которые волнуют наш театр малых городов. И, конечно, ожидать у меня самые такие вот высокие, потому что хочется все-таки, мне самому, я сам вдохновляюсь этим, и это, и надеюсь, что зрители, это вообще прекрасная, конечно, возможность тоже для города. Уникальность нашего фестиваля в том, что, во-первых, фестиваль проходит каждый раз в разных городах и регионах. И уникальная особенность нашего фестиваля в том, что, отыграв, коллективы не уезжают, они в течение недели остаются. И в этой связи у нас есть не только конкурсная, но и образовательная, и внеконкурсная программа. Это все благодаря совместной такой вот истории, да, в ней нас поддерживает и Министерство культуры Российской Федерации. Знаете, я часто бываю, когда приезжаю на гастроли, я бываю в каких-то интересных местах, и в том числе на каких-то фабриках, заводах. Но такого масштаба, конечно, редко встретишь. Настоящие ребята, которые здесь по 30-35 лет работают, кто-то, может быть, и больше, я не знаю, но как, в глазах у них серьезные люди, серьезные ребята. Уважение вызывает большое. Уверен, что все, кто приехал сегодня к нам в Магнитогорск, запомнят этот фестиваль надолго и уедет отсюда с чувством счастья и гордости за то, что побывали в нашем замечательном городе, в нашей замечательной области. Я хочу поприветствовать, конечно же, всех участников фестиваля. Дорогие друзья, мы с вами потрясающий рубеж переходим. 20-летний фестиваль. Время оглянуться назад. Это тоже очень важно. Посмотреть, что мы успели за эти 20 фестивалей. Вот так проанализировав, ну, практически мы сделали невозможное, я считаю. Итак, 20-й фестиваль театров. Не-не-не, у нас традиция. Мы должны хором это сделать. 20-й фестиваль театров малых городов России открыт!
жар и юный бред. Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гробы тайны роковые, судьба и жизнь в своем череду, все подвергалось их суду.